Всем привет, ребята! Всем здравствуйте! Всех приветствую на своем канале. Очередное видео. Сегодня 20 апреля. Как я обещал, я вам расскажу и подведем итоги моего конкурса. Вышел с Нордом гулять пока. Решил заснять. Итак, друзья, в какую же страну я поеду? Это Китай. Да-да, друзья, это Китай. Кому же я поеду в Китай? Это будет не морской путешествие, как я говорил. Итак, кому я еду? Я еду к Юре. Юра, большое тебе спасибо. Тебе отдельный респект за приглашение. Кто такой Юра? В 2015 году отдыхал я в отеле Ситайм. Это Турция, Алания. Привет отелю Ситайм. У них открывается сезон. Данный человек был аниматором в этом отеле. Можете посмотреть плейлист Турция 2015, май. И увидите этого Юру, что за Юра, какой он аниматор. И Юра уехал работать в Китай, в Пекин. Его пригласили. Кем он работает, это все узнаете только в октябре. Не буду говорить. Скажу, что я полечу с Уфы до Москвы. И с Москвы уже до Пекина. Какое путешествие меня ожидает? Это, естественно, колорит китайский. Это исторический Китай. Это обязательно будет город Шанхай. Это обязательно будет Великая Китайская Стена. Поеду я туда на 2 недели. Билет, наверное, я буду покупать завтра, скорее всего, но я еще посмотрю. Стоимость билета, я смотрел где-то примерно месяц назад, было 33 тысячи на человека. То есть с Уфы до Москвы на Аэрофлоте. В Москве 2,5 часа пересадка и 7 часов лета до Пекина. Тоже на Аэрофлоте, это регулярный рейс. Обратно, по-моему, в Москве 5 часов пересадка. И потом уже с Москвы до Уфы. Буквально 3 дня назад я смотрел, стоимость билета была 3600. То есть снизилась. Пойдем, Норд. Меня эта цена устраивает. То есть 30 тысяч на человека туда и обратно вполне нормально. Тем более за жилье мне платить не надо. Юра, тебе отдельно еще раз спасибо. И, друзья, вот именно с Китая я вам привезу подарки. Первые 5 человек, которые выиграли. Это будет не магнитики, это будут не открытки, это будут не какие-то блокноты, а это будут хорошие призы. Теперь давайте посмотрим, кто же выиграл в данном конкурсе. Смотрим победителей. Ребята, вот я купил ноутбук, кто не видел. Называется он Acer. Давайте я вам покажу. Зайдем в YouTube. Так, заходим в мой канал. Ищем, значит, последнее видео. Вот видео конкурс. Так, ну давайте я пока паузу поставлю. Сейчас загрузятся комментарии и посмотрим. Начинаем, значит, с самого начала. Опускаемся до конца. Итак, смотрим. Так, значит, Тибет, Тайга, Таиланд, Китай. Итак, первый победитель это у нас Зондер. Он правильно ответил Китай. Второй у нас победитель. Так, что здесь? Индия. Попытка номер один. Литва. Чина. Второй победитель. Алекс. Ты угадал правильно. Китай. Дальше идем. Эрика. Так, Эрика Хайрулина. Пожалуйста. Китай. Третий победитель. Поздравляем. Дальше Салават Дюлаев. Кипр ответил. Александр Анисимов. Украина или Белоруссия. Грузия, Израиль, Доминикана, Греция. Так, привет всем. Южная Америка, Мексика, Великобритания, Китай. Четвертый победитель это мисс Басина или Басина или миссис. Извиняюсь, если неправильно говорю. Вы четвертый победитель. Польша, Беларусь, Чехия. Неправильно. Монголия. Извините, неверно.
Итак, пятый победитель — Любовька, Любовька, Китай. Поздравляю! Лайк вам, ребята, за это. Вы выиграли в данном конкурсе честно. Ответила правильно 2 дня назад. Давайте посмотрим другие, какие были варианты. Чехия, Польша, Словакия. Чехия, Словакия, Беларусь. Ну что, ребята, я вас поздравляю. Теперь для... Итак, ребята, обращаюсь к тем, кто победил. Под данным видео, которое вот сейчас я объявляю результат конкурса, напишите, пожалуйста, мне. Я вам лично отвечу и скажу, мы с вами договоримся, как мы с вами свяжемся, как вы мне передадите ваши адреса на английском языке и на русском. Потому что вполне возможно, я с Китая и отправлю вам призы. Итак, ребята, еще раз поздравляю вас с этим конкурсом. Ну что ж, до встречи. Конкурсы еще будут, обещаю. Всем пока.